Какой-то сильный шум, похожий на стрекотание, окружил нас. Что-то больно ударило меня в лицо. И в то же время я почувствовал посторонний предмет у себя на шее. Я быстро поднял руку, схватил что-то жесткое, колючее, испуганно сбросил на землю. Это был огромных размеров жук, похожий на оленя, но только без рогов. Другого такого жука я смахнул с руки и вдруг увидел еще одного у себя на рубашке. Я вскочил с постели и отбежал в сторону. Жуки еще долго попадались, то на одеяле, то на шинели, то у кого-нибудь в сумке, то в головном уборе. Дерсу объяснил. «Моя раньше такой люди», – он указал на жука, – «много посмотри нету, один-один каждый год найди. Как его там много собрался?» Я поймал одного жука и впоследствии узнал его научное название – Калипагон реликтус. Субтитры сделал DimaTorzok.